Идем к третьему водопаду. Вот такие камушки с гор прилетели. Очень огромные. Еще один. И вот. Шумит речка. Ты зыл. Ого. Ты зыл. Тишина. Уху-ху. Ого, ого. Ну, дорога шла прям под горой, да? Андрей Анатольевич, вот. Прям под горой шла дорога? Вот она дорога шла, вот так вот прямо, и вон он старый мост. Ого, ну там небезопасно. Вот раз и упал. Я хочу сказать, тут везде небезопасно. Да? Оно вот сейчас вот оттуда оторвется, а на соплях все. Вот отсюда отскочит и прилетит на нас. Серьезно? Самое безопасное место всегда в горах, под скалой. Близко к скале. Вот поэтому потому там что была любой дорога. Камень, который он улетит оттуда, он будет лететь, да. Потом он найдет где-то, утолкнется и прилетит вот именно к нам, может прилететь. Ух самое ты. Безопасное, под скалой. Короче, под скалой оттуда безопасно. Там не будет камнепада. А так, там тоже форель, вы говорите? А я вот, я в прошлом, вот прошлый приезд, вот здесь вот у меня много воды сейчас, и я не вижу, чтобы форель стояла. Вот здесь стояла в заводе форель. Ну, слушайте, как классно. Да. Чего ты не можешь? А я сейчас дубину возьму. Кто-то устал. Дубину.